Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, в прошлом эпизоде мы пытались найти Забдоса, да? В принципе, дождь еще даже не прекратился. И мы искали камушки. Ну, пока что... О, кстати, молния уже пошла. Это отлично. Кстати, я уже нашел... Ну, один камушек мы нашли. Еще осталось найти два. Сейчас мы как раз попытаемся их найти. Ну, пока что я опять не вижу, еще плюс к тому ночь. Домой я пока что не буду идти, так как, в принципе, ночь, да? Ой, ну, в принципе. И... Ну, вот то, что молния, это отлично. Если завтра заспанится, это офигенно будет. Экстрим Хилл... Не, Форест Хиллс. Ага. Тут у нас кто? Запрос, да. О! Ну фиг заметишь. У меня уже жратвы вообще нету. Вообще кушать ничего нету. Так, еще один, еще один, еще один. Камушек. Еще один камушек. Ну я говорю, что ну, хрен Забдос вообще спавнится. Не, ну не то, что говорю, он спавнится, конечно же, но шанс там никакой. За то время, что у меня уже заспавнились. Это что там у нас? Это шайни. Да угадаем с одного раза. Кто это? Я говорю Гравеллер. Ну, или Джиоду. Ну кто же еще? Кто же еще может быть? Под землей, да? Главное в лаву не упасть. Джиоду. Я уже его слышу. Я уже его слышу. Ну пока что тут его еще нет. Он... Вот он. Shiny Graveler. Задрал. Задрали эти гравлеры, честное слово. Я нажму на паузу, дорогие друзья. И пойду домой быстренько покушаю, возьму еды, опять тпшнусь в этот лес. Будем ее опять продолжать искать Забдоса. Итак, дорогие друзья. Собрал я пшеничку, что у нас там было. И... так, это сюда, это тоже сюда. Сейчас я это все пораскладываю. Что-то дождь вообще никак не прекращается. Давайте это все заберем. Вдруг пригодится эти все покеболы. Поставим их в сундук... в рюкзак. Угу, отлично. Сделаем себе сейчас покушать. Отлично. В принципе, давайте я опять нажму на паузу и тпхнусь туда, где мы были. Только я уже не помню, где мы были. Но сейчас посмотрю так на паузу. Так, были мы тут. Приблизительно, секунду. Это что у нас? Форест обычный, не хиллс. Так, хиллс у нас где-то вот там. Еще один камушек остался, еще один камушек остался. О, нет. О, кстати, покемон босс. Если он под землей, не буду я рыться. Где он? А, во, синий. Ага, давай Райкваза. И убиваем.
Так, отлично. Увертаемся в лес. Возвращаемся. Возвращаемся в лес. О, этот Забдос. Я не... Честное слово, я не представляю, какой шанс, что он заспавнится. Ну вот, и дождь идет, льется. И молния даже идет. И мы в Форест Хиллз. Ну, пока что нет, но где-то они вот тут рядом, да? Это уже не первый раз. А он никак не спавнится. Так, где у нас... Где у нас... Так, что-то я на паузу нажал случайно. Во, вроде все. Вроде нормально. Вроде. Да. Так, что я хотел сказать? А, ну я вроде-то уже сказал, что как бы это и дождь идет, да, и молния даже идет, и капут. И мы в Форест Хиллз, ну, сейчас будем. Если, конечно, найдем. Где они? Я так говорю, это уже не первый раз, что мы вот так пытаемся найти Забдоса, и я и сам уже пытался и без съемки его находить. Ну, без съемки, может, нет, но я помню, что я много раз пытался его находить, но... А, так мы возле дома. Это я вообще туда ты пехнулся? Это я не туда ты пехнулся. А я думаю, чё-то не то. Это мы тут где-то были. Главное не умереть. Во, сразу у Форест Хиллз очутились. Это я не туда ты пехнулся, это я возле нашего дома был, первого. Ну вот, ну, молнии каждую секунду почти что. И дождь, я не знаю, дождь что-то вообще уже не прекращается, не знаю сколько времени. Плюс к тому еще и молнии. Капут. Как его вообще заспавнить? Как его заспавнить? Забдос, не Молтрес, Забдос. Ты мне нужен. Очень. Честно. Только тебя не хватает, и все. Для полной коллекции. Мью не считается, потому что Мью не спавнится. Ну, Мьюту. Так, еще один камушек, еще один... Еще один камушек. Еще один камушек. Нет, мы не в Форест Хиллз. Форест Хиллз у нас где-то вот тут. Вот. Ой. Ой. Фу. Да, как я понимаю, с Забдосом мы точно не словим. Ну, еще один камушек. Его так сложно увидеть, что это капут. Ну не вижу, честное слово, не вижу. Забдос, конечно, прикалывается. Ну, понятно, что он просто так легко не заспавнится, но заспавнится ли он вообще? Честное слово, не вижу. Не вижу я вот эти камни. Еще один камушек. Ну, капут.
Видели? Дерево горело. Ну, секундочку. И потом потушилось. Опять жрать охота. Все, нет дожди. Вот этот заброс, твою мать. Как его найти, я не представляю. Я, наверное, когда всегда будет дождь, я просто, наверное, буду сюда приходить. Будем пытаться его словить. Ну, вот еще камушек бы найти. Которого я никак не могу найти. Тоже. Вот капут. Ну, да ты ж... ну где ты? Или я его не замечаю, или... Капут. Не вижу, честное слово, не вижу я, где вот эти камни. Еще одна штука осталась. Капут. Это что за аномалия? Кто-то вообще такое видел? Я, если честно, нет. Ладно, если Забдоса нету, будем искать тот, то Дайл. Вот, отлично. Мистер Майм, слышу я тебя, слышу. Капут. Уздуреть можно. О, покемон босс. О, яблочко. Ну, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. О, дорогие друзья, я, наверное, до следующего эпизода просто сам найду вот этот последний. О, джирафажир, да? Синий. Синий-синий. Давайте или кида кинем. И райквазу. Так, убьем мы его. Ух, ни хрена себе. О, драгонер там или драго. Или дракини. Нормально. О, Эликида эволюционирует. Значит, все-таки сделали ему эволюцию. Электробус, да? Бас. Ну? Давай, Элики. Ух ты! Красавец, электробас. Отлично. Фу, все-таки вроде кто-то говорил, что у него нет эволюции, но... Может и не было, я не спорю, я не знал. Но в данный момент есть. Может сделали просто уже. О, драгонейры для драгонейры. Чё-то нету дратини, только одни драгонейры. Давайте еще ты пехнусь домой, в смысле в первый дом. Вот туда. Ну, капут, ты тпшишься, конечно, заманчиво. Так. Я только вот тут пробегусь, может, где-то чуть-чуть как-то замечу. Один камушек. Если не замечу, то... Не замечу, да.
Логично. Ну, пока что я не вижу. Просто я так быстро бегаю, что не замечаю или не присматриваюсь просто-напросто. А ну, кстати, возле этого не... Это кто такой? А. Он, кстати, возле этого не прокачается? Попробовать можно. Нет. Ладно. Если он вообще прокачается. Короче, давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Я говорю, к следующему эпизоду я постараюсь найти еще один камушек. Чё-то я вообще ни хрена его не вижу. Где он вообще может быть? Капут. Вы его попрятали. В принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.